Девочки, девчулечки мои хорошие, всех с праздником, с днем весны, с 8 марта, здоровья вам, счастья, огромной любви чистой, на вами. Я пришла, за подарками приехала, Роберт мне сказал, умоляю, не бери меня с тобой. Я приехала в Маймол, сейчас еще 3 минутки откроются магазинчики. Я говорю, ну пеняй на себя. Говорит, поедь, купи себе сама подарок. Я говорю, милый, я в курсе. Окей, баба, вернее, баба с Вузака была в курсе дела. Ну вот я и приехала. Говорю, пеняй на себя. Ради бога. Я не гордая. Я и сама себе поеду куплю. Говорит, едь, едь. Говорит, пожалуйста, избавь меня от этого похождения по мукам. Говорю, хорошо. Ну что, девочки, с чего начнем? Я, например, с парфюма начну. Потом я хочу очки. Потом я зайду в Марк Спенсер. А там сопутствующие товары, те, которые остались со мной на пути. Мне муж сказал, едь покупай. Я послушная жена. Я поехала и буду покупать. Уже пооткрывались магазинчики. Я была уже в паблик. А купила новые наушники. Но мне не нужны новые наушники. У меня потерялась вот эта вот, знаете, насадочка силиконовая с моих наушников. И я купила самые недорогие, те, которые, ну, просто чтобы насадочку. Потому что отдельно не продаются насадочки. Все, я уже одела, заменила. Все красиво. Я выезжала, шел мой сосед. Ой, так приятно. Нес шарики надувные, тортик, цветочки. Вышел раненько. Для жены любимой приобрести. Так, открылся этот парфюмерный. Ника, девочка хорошая. Ой, что я хочу, я даже не знаю. Я не знаю. Будем искать. А есть перламутровыми пуговицы? Нет, будем искать. Знаете, девочки, я буду не оригинальной. Я так соскучилась за Dolce & Gabbana Light Blue. Я их беру, я соточку возьму. 100 евро. Я так давно их не использовала. Мне одно время прям, я не знаю, я бутылками. Очень давно. Хочу. Вот прям хочу. Я разнюхала все. Шанель, Муэль, Диор. Короче, я так соскучилась за Dolce & Gabbana. Хочу, хочу, хочу. В Аристополе. Thank you very much. Девочки, здесь даже дискаунт. Не 100 евро я заплатила, а 80. Получается 20% дискаунт. Я даже и не видела. Да, вот, смотрите, его стоил 100, минус 20%. Ой, у меня первый подарочек уже здесь. Робертушка, любимый, спасибо большое. Мы сладкие. Идемте дальше. Так, теперь мне надо очки. Там, ну, мне надо. Мне все надо. Но сегодня как? Надо же беречь мужа, нервную систему тоже. Я, короче, сейчас себе в очочки посмотрю. И в Марк Спенсер зайду. Какую-то одежку, платьюшко, что-нибудь. Я же девочка. Когда Роберт начинает, чтобы мне говорить, я девочка. Робертушка, я девочка. Он уже ничего не отвечает, просто молчит. Знаете, какая палитра? Тени. Обалдеть, боже. С глиттером. Ого. Если бы я красилась, я бы накупала этой косметики, наверное, не знаю. Может, в туалет съездить? Было бы неплохо. Поехали в туалет. Потом зайду сюда, в крокодил, а обувь посмотрю, летнюю, что-то новенькое, что там у них есть. Свеженькая.
какие-то босоножечки. Я так смотрю, что не сильно там много нового. Вы знаете, мне без Роберта даже спокойней как-то, ну вот правда. Никто меня в шею не гонит. Я спокойно могу ходить рассматривать все, что мне надо, что мне не надо. Решаю только я, что мне надо. Ой, она меня прям ловит. Камера. Ой, не на меня. Да-да-да, спасибо. И ценю. Thank you. I keep for my husband, Евхаристо. Фу, мне не нравится этот аромат. Она хотела на меня его брызгать. А что вы говорите, чтобы я потом задохнулась? Ой, какой ужас. Фу, мне так воняет. Я вообще, ребята, кто еще не знает, я на запахи ужасно реагирую. У меня аллергия может начаться, если тут запах. Я чихаю, мне надо все проветривать, выбрасывать, стирать, если это попало на одежду. Ой, как хорошо, что она не успела на меня брызнуть. Еще, ну, как рано, в 11, открывается по воскресеньям моему. Я приехала, на парковке еще даже места были. А вот сейчас чуть позже уже все. Кружишь по тем парковкам. Там А, Б, С, по-моему, сектор, А, Б, С, Д. И ты по тем секторам кружишь. Я хожу всегда в туалет для инвалидов, потому что он большой. Он, смотрите, это для пеленания деток. Комнатка такая. Короче, там хорошо, просторно, мне нравится. Тут пахнет чистенько. Ура, девочки, я нашла, что мне нужно. Я взяла две таких тунички. Одна такая красивого кораллового цвета. Классная, ее можно и под брючки, и под лосинчики. Вот такая вот классная штучка. Потом... Еще такая туничка, она спереди вот такая, вот интересная. А сзади, сзади ровненький такой, просто чистый цвет, без всяких рисунков. Такая вот туничечка, симпатюлечка, она стоит, сколько она стоит? 35 евро, это тоже, по-моему, это 22,50. И еще взяла себе для дома домашнее платьечко. Вот такое вот платьечко с Мишенькой. У меня много таких платьечек. Они такие классные, они такие мягкие, боже мой. Такие к телу приятные вообще. Такая красота. Я их каждый день меняю, стираю. Короче, я скупилась. Ура! Так приятно покупочки, ребяточки. Красота. Сальма Хайек, наверное. Людишки подтягиваются. Вышла из Маркс Спенсер. Ой, как приятно, я с покупочками. И тут сейчас очочки. Очки стараюсь найти какие-то себе. Я ничего не могу себе подобрать. Не знаю. И надо раз, знаете, щелкнуло и все. И оно сразу совпало. А тут я уже перемерила кучу всего. Не знаю уже. А let's try this one. Какой-то Джимми Ху. Ребята, как вам Джимми Ху на мне? Джимми Ху? Или Марк Джейкобс? Как
как вам Фенди? Вот Фенди мне нравится. Ребята, мне эти Фенди прям нравятся. Фенди-шменди. Красиво. Красивая жилка. Ребята, мне чехольчик предложили выбрать. Какой? Ну, я красный выбираю, конечно. Конечно, красный. Ну что, черный есть черный, правильно? Надо брать красненький. Это Фенди. Хочу, я прям пищу, как они мне нравятся, эти очки. Дорогие. Не буду говорить даже, сколько они стоят. Не хочу. Мужу я буду постепенно о подарках рассказывать. Он меня убьет. Это Джимми Ху мы мерили. А Диор, это Фенди. Отсюда я забрала очки. Я тут уже две пары. Мы с Алиной какие-то купили мне. Не помню, по-моему, пара Polaroid. Девочки, короче, моя миссия выполнена. Подарки куплены. Рубет будет счастлив все-таки, что ему не пришлось со мной ходить и бродить. Все, едем домой. Столько счастья, столько счастья. Там паспорт к очкам предлагается. Ну, как положено. Все как положено. В Харистополе, my dear. Congratulate you. Today International Women Day, you know. Короче, мои подарки я забираю. Подарочки, подарочки. Все, зайчики. Все, что я себе запланировала, я все приобрела. На свободу, чистой совести. Все, поехали. Уже я не знаю, сколько, час дня, наверное. Полдня тут ходила, бродила. Мои девочки, желаю вам всем всего самого хорошего. Желаю вам мужчин, которые будут вам дарить подарки и не отчитывать вас за это. Щедрых, нежных, добрых, ласковых, самых лучших. С любовью вашей.